Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. На мемориальном стенде изображены фотографии 43 ребят. В столичной администрации прошло открытие стенда в память о югоостенских бойцах, погибших в зоне СВО. Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения известного остинского просветителя, ученого и общественного деятеля Бедины Кочиева. Лучшие пловцы определены во Дворце спорта «Олимп». Завершен третий этап соревнований «Золотая рыбка-2024». Обеспечение пожарной безопасности в организациях сферы образования и культуры обсуждалось в ходе совещания в правительстве под руководством премьер-министра Константина Дюсоева. В повестку также вошли вопросы социального блока, в частности пенсионного обеспечения сотрудников МЧС, а также трудоустройства молодежи, совершенствования трудового законодательства и другие. Обсуждены вопросы обеспечения всего комплекса мероприятий плановой диспансеризации. По итогам совещания главой правительства данные соответствующие поручения. В столице открыли стенд в память о югоостенских бойцах, павших в ходе специальной военной операции. На церемонию открытия в здании администрации города Цхинвал собрались родные и близкие погибших защитников. Зачитаны имена всех бойцов из Южной Осетии. Их память почтили минутой молчания. В здании администрации Цхинвала прошло открытие стенда в память о югоосетинских бойцах, павших в ходе специальной военной операции России на Украине. На мероприятии были приглашены родные и близкие павших воинов, общественность. Открыл его председатель Совета ветеранов республики Руслан Хубулов. На мемориальном стенде фотографии 43 ребят из Южной Осетии, гибель которых официально подтверждена, а под ними даты рождения и смерти. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Трагическая судьба выпала на долю этих матерей. Крылатый снег над русскими полями от лютой смерти, от врагов спаси. За всех сынков кладет поклоны мама, крылатый ангел воинов Руси. Низкий вам поклон, дорогие мамы. Инициатором увековечения памяти бойцов стала член городского совета ветеранов Аза Бестаева и вдова погибшего бойца Андрея Багаева Алина Джиоева, которая помогала в сборе информации для стенда. Аза Бестаева поблагодарила всех тех, кто помог в сборе информации. Ведь что такое герой? Подвергая себя серьезной опасности, ребята, это спасение других, это значит мужество. А делать это, зная, что за тобой стоит смерть, это героизм. Ваши ребята, вы проявили во время боев на Украине, мужественно боролись, отвагу проявили. Вы герои. Память о них останется навсегда в нашей жизни. На открытии выступил и председатель городского совета ветеранов Руслан Джиоев, а также родные погибших. На
Кайдарихтар подыжил, двигатель дарил, дарил, мистер Бузнек, на зенжин от Фосме. О, не, кай левда стут, уйти хай вейка шарам, дарил, дарил. Базинам, бурт, Буду на сене цохтуй, не цохтуй, и фестата нам кройдором дантуй. Эштербуз не гони ульдар, пирец асик так оттот. Ирин то на эгей колут. Менен хуцам хуцам он дротет, ма тогрес тэжи вудут кабулта бозоду луса хазэфтэ зэбэхэй сисим бэлуй. Мохна кабулта фагат систем. Эштербуз не аза Александровна эн. Эштербуз не гвитирана хлапуса юрдар, фидорна мин зэбэхут. В конце мероприятия родственники павших бойцов возложили цветы к мемориальному стенду. Позднее стенд будет передан в дар третьей школе города Цхинвал. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Айда Кочева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения известного остинского просветителя, ученого и общественного деятеля Бедины Кочева. Он яркий представитель остинской интеллигенции начала прошлого века. Кочев – народный учитель Южной Осетии, автор многих научных работ, в том числе и по педагогике. О жизни и творчестве ученого расскажет Эльвира Тибилова. Бедина Кочев родился 1 апреля 1879 года в остинской крестьянской семье в селе Тунтубет Залского района Южной Осетии. Его мать одна воспитывала 4 малолетних детей. В 1891 году Кочев поступил в Залскую сельскую начальную школу и окончил ее с отличием. В 1900 году также с прекрасными оценками окончил Ордонскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию в 1904 году. По окончании академии начал работать в Тбилиси, вел большую просветительскую работу среди рабочих осетин, один из организаторов Остинского народного театра в Тбилиси, а также соиздатель остинской газеты «Нокцар», активный участник революционных событий в Южной Осетии. После установления советской власти принял активное участие в продвижении культурной революции. В результате репрессий в 1937 году был расстрелян. В 1955 году был реабилитирован. Кочев является автором остинского букваря и целого ряда учебников для остинских школ. Был одним из инициаторов открытия в городе Цхинвал педучилища, пединститута и научно-исследовательского института. Писал стихи, очерки и пьесы. Эльвира Тибилова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Очередное триумфальное выступление детского хореографического ансамбля «КАФТ». Юные танцоры стали победителями международного фестиваля «Черноморский Олимп». Сегодня обладателей гран-при фестиваля поздравила министр культуры республики. Она отметила высокий уровень профессионализма коллектива и пожелала им дальнейших достижений. Детский хореографический ансамбль «КАФТ» вновь вернулся с победой. Творческий коллектив завоевал гран-при на престижном международном фестивале «Черноморский Олимп». Культурное событие состоялось в Сочи в конце марта. Фестиваль проходил уже в 10-й юбилейный раз. Ансамбль представил на суд жюри 6 танцев. Сегодня, принимая победителей фестиваля, министр культуры Рада Дзагоева поздравила и поблагодарила юных артистов. Она подчеркнула, что КАФТ всегда показывает высокий уровень мастерства на различных мероприятиях и фестивалях международного масштаба. Нам очень приятно наблюдать за вашим ростом, нам очень приятно следить за вашими успехами и еще более приятно способствовать тому, чтобы у вас эти успехи состоялись. За время, которое мы вместе работаем, за время, которое вы находитесь, ваш коллектив, хореографическая школа, студия, ведение Министерства культуры, вы уже много раз нас порадовали, за что я от имени всех выражаю вам большую благодарность. Особые слова благодарности прозвучали в адрес руководителя ансамбля. Эштербузнек, моя Юрамовна, Коста Эштербузнек. Я каждый раз это подчеркиваю. Учить детей хореографии – это одно. Вместе с тем уметь их воспитывать – это достойно очень глубокого уважения и большой благодарности.
Также, как отметила министр культуры, двое выпускников хореографической школы-студии продолжат обучение в вузах Российской Федерации по направлению хореографическое искусство. А еще два других выпускника уже трудоустроены в госансамбль «Симт». Руководитель ансамбля Майя Четион выразила слова благодарности руководству республики и министру культуры за предоставленную возможность принять участие в фестивале в Сочи. Кроме того, как добавила Четион, выезды – это прекрасная возможность для детей пополнить копилку положительных впечатлений. То салаты мастер мог на кене митхе мекем дараковуй, салаты кене алхот дарютихе штума истефинуй. Да. Мог мешеней у индерба стефинуй, стефа стама кораздаху га ценуце тарнежина два, что та худо на город даркоит, ма аду школа фэбт кененц, алчи дармендар профессора узорзани, чиз инжинир узани, чиз доктор узани, чиз айводокусаго зани, мецен алхот дарва уце тарнежина дма, Дети и наставники поделились впечатлениями о поездке в Сочи, выразили благодарность всем, кто помог выехать и принять участие в фестивале. Обращаясь к молодым танцорам, Загоева также отметила, что они всегда должны стремиться вперед и добиваться больших высот не только на сцене, но и в учебе. Также Министерство культуры получило приглашение на фестиваль, который будет проходить летом в Беларуси. Сейчас вопрос поездки на стадии рассмотрения. Лена Газаева, Зауростаев, информационный выпуск сегодня. В столице завершен третий этап соревнований «Золотая рыбка». Участие в соревнованиях приняли 136 человек, как из Южной, так и Северной Осетии. Все участники показали достойные результаты. По словам тренера, ребята с программой справились на отлично. О спортивном празднике расскажет Сарина Кучиева. В Южной Осетии выявили лучших пловцов. Во дворце спорта «Олимп» прошел третий этап соревнований по плаванию «Золотая рыбка» 2024. Спортсмены соревновались на дистанциях 25, 50 и 100 метров. Пловцы были подготовлены и показали хорошие результаты. В соревнованиях по плаванию впервые приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Они занимаются с профессиональным тренером больше года. Участие в соревнованиях – это новый этап их подготовки. Под бурные овации болельщиков и участников соревнований они проплыли 25 метров. Как отметил тренер, ребята свою программу перевыполнили. Всего в соревнованиях приняли участие 136 спортсменов из Северной и Южной Осетии. Зарина Кочева, Азамат Кузыев. Информационный выпуск сегодня. В городе Орел состоялось первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 18 лет. За звание сильнейшего сражались около 400 спортсменов из более чем 40 регионов Российской Федерации. Югостинские спортсмены показали достойные результаты и заняли призовые места. Подробности узнаем из материала нашего спортивного обозревателя Батрадзе Хуриева. В городе Орел состоялось первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 18 лет. На соревнованиях весовой категории до 92 килограммов второе место занял югостинский спортсмен Рулан Пухаев. В квалификационной схватке он со счетом 12-0 выиграл представителя Краснодарского края Андроника Альбертяна. Далее со счетом 10-0 одолел борца команды Адыгеи Романа Маркаряна. В 1/8 финала Рулан был сильнее москвича Магомеда Магомедова 7-0. После со счетом 11-1 одержал верх над кабардинцем Кантемиром Гигиевым. В полуфинале соперником Пухаева был другой борец из Осетии Суслан Габыев. Встреча получилась напряженной, но и тут подопечному тренера Тамерлана Кочиева удалось выйти победителем. В финале также он встретился с остинским борцом Родионом Санакоевым. Встреча завершилась со счетом 1-1, но по пассивам победа была присуждена Санакоеву. Мир ма Европа ма хиноштахсан. Вот надо мухтар халад райстам. Манан сан пухат Руланд дико бинат бачахста 92 килограмма. Ма первенство Европы ма бахал топ до 18 лет. Команда России из сборной команда из. Ма
Були того, мен не говорили то вічно, не джихоздер дар кому хаш дойт, мен мав фінал дар ромбл тойт. Фала бу нафта у мен, ще й у мен хоча мен бузне. Вот мен дортар то, кушчас там збуртан, ну дженіс. Для завоевания медали чуток не хватило другому югостинскому спортсмену Алану Санакоеву. Он боролся в весовой категории до 80 килограммов. Он также является подопечным тренера Тамерлана Кочиева. Ходимо, нен хаши ди муштар, это Санакуте. Алан кешемо яхи хурд ровдесто, яка би се хаштай. Я не зрою гонде, бозот у мене за вихот фінал фін бълді. Ма мосте кегоган за третє місто на фін бълді. Фалават тар учитува то, що ви і на тай гецелкоптер шау ка би се хашем мама. Ма кастарай дар кастардар уйт хай. Или в дальнейшем уже не то, чтобы рассчитывать, фала. Уйдер сборный команда Мабаха, кто уйдер сбор там визиваться кандин. Мана хашеди моджин уйджан, допустим, Сидамонов, мана кучи ворсим. Ну, а потом уйдунан дар сакабзе хашт. Он кудестима, в принципе, он дар офтаку мавда икой, фала. Цинка гоган гетцил хабзе хашт ношуди сатак. Уйдун дар удесте хуздар оккок, хуздар бенатокок. На соревнованиях из представителей Осетии еще одну серебряную медаль завоевал Алдат Кисаев. Бронзовыми призерами стали Альберт Джатиев и Суслан Габуев. Батрас Хуриев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике ясно, в Знаурском районе днем плюс 19, ночью плюс 5. В Цавском районе днем 18 градусов тепла, ночью плюс 3. В городе Квайса днем плюс 17, ночью 3 градуса тепла. В Ленингорском районе днем 18 градусов тепла, ночью плюс 5. В столице республики Цхинвале днем плюс 19, ночью 6 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.